Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки елки. Здравствуйте. Ну, давай начинать. Давай. Ну, давай. Танчик. Так, я видел этот танчик только в мультиках про танки и все. Танк ЛР. Ну, 45. Такой. А тут всякие цвета есть. Это, мне кажется, это какая страна? Это Англия. Британия, типа. ПТСАУ. Противотанковый танк. Танк противотанковый. Хотя он должен был быть... А как я в него могу попасть? Барабанный. А! Простой танк, но имеет вот подвеску. Очень простую. Так, он так вот ездит, у него вращается башня, есть пушка. Еще что он... Ой, прости. Так, что он еще может? Он умеет. У него есть подвеска. Да? Да. Давай проверим. Хотя она плохая. Ну, он тоже прикольно выглядит и может разворачиваться на месте. Это вообще классно. Это настоящий танк. Типа привязка. Убогий. Вот это подвеска. Колеса. Конечно, там. Вот из-за управления вот так вот управляется. Так вот. Но у него прикольное управление именно в том, что он может разворачиваться на месте. Сейчас покажу управление. Не такое простое. Ой, может, не надо было это? Не знаю, просто управление. Так, ну, давай дальше. Другие постройки моего подписчика я покажу в следующих видео. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!